Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto E20 включить функцию резервного копирования Google. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Резервное копирование». Затем нажимаем «Добавить аккаунт». Для этого нам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Здесь вписываем наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Следующим шагом вводим наш пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования и политику конфиденциальности Google. И последнее, что нам нужно сделать, это нажать «Включить». И, как видите, устройство готово к резервному копированию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!